Подождите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Цирк приехал. Надо подождать. Балтар не оставляет живых. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Нужно подойти поближе. Ваши муки станут платой за это вторжение. Thank you.
создали этот мир, вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть. Рыбу. Раз, два, слышно? Да. А рыбу поставьте, пожалуйста. Дисси, дисси, я могу в тюрьму. Я могу и в тюрьму пойти, мне пофиг. Ну, конечно. Потому что багнуть не может. Ссылку на опыт, это такой за аддон. Пью-пью. Пью-пью-пью. Уже рыба была уже? Да, была. Да, да. Ай, давайте уже пью. Да не надо вроде. Гуляй. Разрушение!
Лутер поставь сразу. Интересная у вас тактика. Скажи. Я на другой стороне. Я это свешал на Шмару. Это пуз ГП был или без еще? Я был на другой стороне, не мог здесь пройти. Вторую метку я отсюда. Холипал. Новый. Рэби Лайф. Холипал, если что, ты можешь... Да нет, всякое бывает, просто... Не, вот стоять не надо, как бы... К стене. А если там все нормально с диспелят, можно там стоять, да? Да, конника не справится, мне кажется. Он один, а нас много. Ну, я подстрахую его, если я буду видеть. Просто понимаешь, тут фишка в том, что когда после тьмы выходишь в свет на третью фазу, то багается обычно, метки не видно. Или они кидаются рандомно не туда, куда-то, и все такое. Не, просто объясняю почему. Узреть начало эры разрушения.
хотят, да? Ну ладно. Так Хекси Милик, он будет под боссом. Ты сейчас сорвешь, босс. Посланником смертокрыла. Остерегайтесь тени. Метеор падает, внимание, где он? Бежим. Черт, стоп. Свет, стоп. Перебежали. Свет, стоп. Большого извергаем. Быстрее убиваем большого, там маленький рост. Бежим, метеор. Thank you.
блядь, это пиздец. У нас большие, блядь, больше хлеона. Нет еще. ДДшка, бейте мобов активнее, чего вы ждете? Залейте, пожалуйста, Инра, если Я есть. Бежали. Сторону. Залейте Инру, пожалуйста, потому что сторону еще там. Трэш бьет меня. Так что происходит? Да нет, это пиздец. Пиздец. Блядь, никто не догадается дать какой-то АОЕ, да, под трэш, когда маленький расти начинаешь, чтобы не на лад сорвать. Не, у нас бред. Мы легли, падли. У нас трэш, у нас огромный трэш, больше, чем там Халион. 4 ляма у трэша, 5. Просто в 2 раза больше трэш, чем Халион. Поставьте Дживса. Ну да, большой очков называется у нас большой. Прям очень. Я знаю. Сам большой. И на мне, и на других все-таки. Что-то только куска не хватает. Есть. Остаюсь. В ретриком. Пио ретриком в свету остается? Нет. Там даже дело не в дамаге. Пока забирается мелкий трэш, все бьют мелкий трэш, не бы. Мелкий не доходит до рейда, он идет под танка туда и растет. Что за муть такая? Сейчас успекнусь. Просто стаков нет Т5, чтобы... Если после первого трэша их, если оставляю, тогда трэш на мне, а так иногда срывается.
никчемная, знаешь, просто босса танчить ты хочешь. Вон тебе скинули в... Если посмеете. Надо подождать. Это заклинание. Маратусен, залей манны, пожалуйста. 55%. Метеор, бежим. Бежали быстрее. В огне не сдохните, аккуратно там. Свет стопните. Убить.
Под боссом убейте двух маленьких. Левее. Маленьких у танка забить. Это жаль. Мам, потише. Блять, маленького заберите около большого. Тима, потише. Бежим. В огне не стоим. Пир, котенок, мертвый, Редвар. А, Радварат, он во тьме, понял. Жунуэн по котенку, котенок по мунках. Мунках, Кир. Жунуэн, вынеси. Сейчас метеор падать будет, готовимся, побежали. Жунуэн готов. Бейте. Большого добейте быстрее. Дайте Беллу в обоих мирах. Тьма, тормозните, у нас трэш убить. Забейте мелкого с большим, который. Народ служил. Маны нет, просто маны нет. Короче, нам надо босса добивать, походу, пусть трэш. Явно снова нет, а просто добейте уже. Прибежали. Меня трэш загрыз. Блять, постарайтесь, босса, давайте. Тупо вагу. Пиздец, блять, я в ахуе. Мельпишники. Придумали развлекуху. Не, это полная хуйня, вой. Так не надо большого танчить, там какая-то залупа получается. Да хуй знает, блять, большой там. То ли люди то, что сдохли, ДПС из РДД не хватало, то ли чё там большой, блять. И мелкий бежит за большим почему-то, блять, на танка. Я хуй знает, может, то ли он мором, блять, болезни раскидал, то ли хуй его. Да там мелкий почему-то шел за Блэком, вон, он говорит, ничего не бьет, мелкий ЛПшка мяг, он почему-то идет. Да это понятно, у нас же есть там сова со звездопадом, я хуй его знаю, там, АОЕ всякое заебать, я не знаю, я не слежу, что они там нажимают. Хуя, блядь, за собой смотрю. Что сейчас будет, куда еще рейд, нет? Вот один канал, вы дайте на ЕПГП. Распылили уже, да?
Не знаю, наверное. Да, наверное, да. Кто был вторым Холи Палом Свету? А, угу. Не, я же пас нажал. Раздал лут. Просто типа побить, не интересно. Надо убивать. Как хотите. Значит, выбор есть.